Миусинские горки. Билеты бесплатные. Приезжайте, блядь, разнозлекуху, блядь. Зимой есть на санках покататься, да? Да, зимой на санках, блядь. Это что, река, наверное, да? Да вроде нет, я говорит, смотрел. Нету. Тоже сначала показалось, вроде там трава. Просто овраг. Ну да, овраг. Так, теперь будет работать второй расчет. Мне нравится. Напоминаю, медицинское подразделение Моторола. Вот так я люблю. Сидишь, спишь, блядь. Нихуя не делаешь. Все. Поработаем. 2,5 улиточки. Именно в дырочку. Это нормально полетело, блядь. Так, сейчас посмотрим, как ребята работают. Левое ухо что-то стреляет. Дайте, пацаны, сигареты. Вот там стоял бетер наш. И РПГ прилетает, прикинь. Это машина, которую сделал известный вам Тополь. Вот оно, пошел. Что там постреливает, снайпер? Ну да, топучек такой небольшой. Так, наш проверяет, кто стрелял. Так, посредине, напротив туалета. Так, это. Ну не пацан, такая ясно. Направление где-то вот так. Вот, именно куча, видишь? Да. Именно на дне шел. Это оно? Оно! Что-то долго. На железяку. Нормально. Взяй. О, ответка. 200 на 400. Там стоит прямой на углу. В нашу сторону. Нет, так это надо перемещаться. Где этот? Собак направление. 200 метров. 200. 200, да? Да. Так, 300 метрах от нас там. Ну ща! Танк! А что это было? Что за хуй здесь нет? Танк по КВТ в... Вы видели его? Давайте туда закидывайте. По ГСам надо заложить, они не подпустят. Живы! Это 4. Да, я видел. Вот хорошо. Граду с вами? Нет, правда, стан. Да нет, он молчит. Туда перебегал. Будем его снимать, он нас пытается штурмовать. Градус! Нет. Градус! А, все, заебись. Вот оттуда должен пойти противник. Два, прямо на дороге. Два? Два. Идет вот так вот, и вот так вот туда где-то идет. На крыше прямо. Да.
Ушли, 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 ушли! Да, пехота с огорода где-то. Надо цинк Вогов туда передать, блядь. Я сейчас выйду, глянь. Не выходи! Чтобы доставить люди через проселивую улицу. Выйди. Говорю, переверни. Верни его назад. Перецепить его надо. Говорю, возвращай. Отпускай. Гони. Смотри, чтобы не перевернуться. Надо было перецепить его. Брось эту веревочку. Брось ему. Стой, стой. Не тяни. Затягивай его назад. Отпускай. Да брось ты ее! Говорю, брось! Куда полетел? Давай, крикни это. Давай потихоньку! Брат Туполь, по-моему, они нас обходят. Ты слышишь? Так. Они по параллельной улице. Пускай обходят. Брат Туполь, ну так, помирать так с музыкой. Ай, сидите, какая. Сейчас как заведу, как дам, как дам. Брат грузин спокоен. Вон, у меня еще... Здравствуйте. Вон, ПК у меня он есть, какой вот, видишь? Мотоцикл попользоваться. Он, да, есть, есть. Это аренда. Аренда. А. Слышно, как полетит? Градус! Слышь, Андрюх, ты вот так умеешь. Молодец! Пацаны готовятся отражать броню противника. Так, в случае, если нас окружают, что мы делаем? Подходим назад, выходим на высоту, наш там секрет находится. И с высоты можем накрыть их нахрен. Ага, так. Да и все. Серж хорошо мыслит, слышали все? Вот так вот, так что сдаваться никто не собирается, собираются все сражаться. Ну про Туполя я вообще молчу-то, а Сморозок известный. АГСник. Уже герой, я про тебя еще отдельный очерк напишу. АГСник это не профессия, это состояние души. Да, совершенно верно. Давай, работай по сукам. Ой, хорошо. Ой, молодец. Надеюсь, ты попал. О! Нормально! Брат Тополь, скажи, попал! Попал! О! У всех убил! Так! По нам работает 30-ка из БТР противника, мы дадим ответку. Тополь снова в работе. Вот так? Да, где-то вот так вот, да. Поехали! Охренеть, аж в ушах! Симфонический оркестр! Да, вот это туда! Тополь, ну и звук! Гораздо круче, чем тогда. Нам не видно. Нам не видно. Левее, левее надо. Левее. Звук, конечно, крутейший. Что, еще одно? Давай. Давай, кошмар. У нас их дохуя. Вот там вот она прячется. Увижу, скажу. Так, снайпер пух. Следит. Чёрт, бери где-то на 300, чтобы оно упало на 250. Вернее, ниже бери. Фу, блядь, всё правильно берёт. Поехали. Ничего себе. Смотри. Бортом стоит! Бортом стоит, давай ещё раз. А? РПГ, давай! РПГ!
Так, РПГ работает. Только выходи, этот. Нет, подожди пока. Оп, там черный дым. Прям. Да вижу, вижу. А? Уехала? Удрал. Ебал. А чума, сука. У меня техники я ебу было, блядь, на самом деле, блядь. Отойди, давай. Он сейчас стрельнет. Отойди, отойди в сторону. Да, на дорогу. Миусинск, горит вражеская техника. Леша, фотографию на память. А! Вот так, Лешко, пидорас, мы будем твоих пидоров, блядь, набить. Понял, нахуй, козел вонючий, блядь. Я еще собаку натравлю на тебя, блядь. Миусинск, бой. Иду, следующий. Полонины, блядь. О, долбануло из тридцатки. А, так можно оттуда. Хуй нас возьми, блядь. Хуйки! Сосать будете, пидоры, блядь. Извини, брат. Прямо надо было, да? Прямо? Где? Давай. Давай еще раз. Где ты шляешь? А куда мы без тебя? Подразделение Моторолы и подразделение Лето начинают зачистку. Пошли. Ну его нахуй. Пошли. Ну да. Уже вроде бы все. Ну, сейчас, дядь, поломаю. Ну все, уже словцы его снимаю уже. Так, продолжаем зачистку. О, что? Откройте дверь, а? Саны справа, вот этот двор там свои. Вот это, куда вы пойдете. Да. Тебе Нуну надо съездить, я тебе уже сказал. Нуну? Да. Отожмем Нуну. Идем за Нуной, кстати. За мной, да. Вот, новая техника. Пока вижу, я, брат, тупо. Потом очень не хочу видеть. Что с замками делать? Приказ какой был? Приказ зачистить. Действовать. Давай. По ситуации. Градус! Пока не стрелять. Градус! Не стреляй. Долби. Ты уверен, что там кто-то есть? Я
Это когда пускают. А да, замок там, с этой стороны висит. Огородами, там не надо резину убить. Остальные сразу убивают. Сюда заходил кто-то? Нет. Мужики, сюда заходил кто-то? Так, зачистка, Неусинск. Еще один человек, сюда, Саид. Заходи, смотри. Так, наши работают. Заходим, смотрим. Заходим сюда и сюда. Так, брат матрос сейчас, дает сейчас команды. Вот он, матросик. О, наш. Человека сюда. Вы извините, не обижайтесь. Вы просто чтобы спину потом нам не стреляли. Что я буду обижаться? Заходите. Три человека. Пацаны, заходите. Давайте. Да не немай, она куда спешла туда, хлоп. Заходите, заходите. Так. Чистка продолжается. Да он, блядь, прибежал, блядь, начал что-то, блядь. Кто местный? Да, уже я с ними разобрался. А ты что такой подбитый? А вот это ж, блядь, пленного отвозил, когда Серега Казак попросил нахуй. Вот это ж допы ты, блядь. Пытали тебя, да? Да. Не снимай, не надо, блин. Я и так уже в каждом этом, блядь, ножом ебанул, у меня ребра переломал. Ничего не за пленных не говорили, они тут пленных взяли. Не, я когда на школу привез его, танкиста чи хер я знаю, с какой-то бригады, они меня сразу хуяк. Саню одноклассника плечо нахуй порезали ему. Мне вот, блядь, ширанул нахуй. Ребра, блядь, с носока сверху сгибал, мопед забрали, блядь. А что хотели-то? Что хотели? Где кто, что, как находится? Сколько дней стоял на блокпосту, блядь? Понятно. Всю эту хуйню, блядь. Если ориентировочно было? Да где-то человек 300 было, блядь. Поначалу, да? Да, а потом уже ж хуй я знаю. Я ж уже лежал 4 дня, блядь, хули, блядь. Оно, 4 ребра сломаны, блядь. Минусинск. Зачистка. Полченцами после боя с укроми. Так, укры стреляли, повредили дома мирных жителей. Добродушного поезда, блядь. Я не могу, мне там мешок. Знаете, как стреляли? Это кухня. Да это собаки, не бабушка. Не бойтесь. И дочка у него. Ну, ничего страшного. А к вам они не заходили? Не заходили они к вам? К вам не заходили? А можно еще паспорт? Ну, правда, уже мы... Нам ваши, нам, мы их ищем, мы не, да, мы не знаю, вас ищем. Ребята, не знаю, мы боимся в смерти. Правда, когда далеко не стояли? Уже, мы уже не знаем, где не стояли? Ничего. Не знаю, с полима вообще не выходили. Чисто, по сарай, курочки, идите посмотрите. Там... И там еще тоже. У тебя же сарай, то есть вы все это время, пока были укры, сидели в погребе, что ли? Да, мы там вышли покушать, свалили и сразу утекали. Ребята, вот здесь он пустой, можете зайти, посмотрите. Ну, 18 еще нет. И ты в погребе, да? Да. Минусинск, зачистка. Разбитое укроме авто. Пидоры, блядь. Серж, это она, да? А где вот... морда? А? Морда где? Там морда. А это жопа. Наши ребята сделали град. Ну, тот, который убивал мирных жителей. До сих пор горит. На пацанов хоть посмотрели. Вот он, убийца, дымится. Минусинск. Минусинск. Город Минусинск. Улица Петровская. О, местный житель. Да. Бандерлоны это тебе, да. Правильно сделать, куда раз ошконченные. Только ругаться не надо, да, на камеру? Да я не буду больше ругаться, так и надо. Они там, суки, смылись. Куда бы они не смылись, всюду достанем.
Да, в дворы гранаты бросают. Город Миусинск. Представляешь, шли во двор на гранаты. Серьезно? Да. Я вон щиту нашел, яма на. Ну как, просто от фонаря, да? Град подбили, они начали ломиться по дворам, понял, прятаться. Шура, ты еще тут? Вот мне еще пару укропов в помощь бы дали. Укропу там одну похоронили в моем огороде. А, еще и укропов? Нет, там три еще есть. Три наши. Три наши. Три наши. Красавцы. Слушай, брат, а что они тебе гранату-то кинули? Паспорт. Подбили град. Ну. И они начали прятать, ну, по калиткам стучать, чтобы зайти. Алло, ну чтобы что, во двор спрятаться. Ну а все же сидим в подвале. Ага. И они взяли, короче, калитку открыть не смогли. А ну, дескать, вы кинули во двор. Если гранату, сразу не вышли, то пособники сопротивляются. Да. Понятно. Они так, понимаешь? Это они пришли с. Сделать так, чтобы мирное население полюбило единую Украину. Единственный способ — это разбить мирное население градами и зашвырять гранатами. Людей, да, запугали. Нашли одного польского, с польским паспортом. Порошенко. А где ему? Паспорт кому передали? Паспорт пацаны убирали, хоронили. Это надо у них спросить. Сами. Уже тут уже паспорт чех, там есть паспорт. Вот. Да это мы знаем. Там, а этого поляка есть, куда похоронили? Не знаю, там внизу пацаны на хоронили, углу, у них спросили. Их трое. Одного мы похоронили. Вот тут... На улице Братской, на углу, в огороде. Да, я знаю, давай. Вот это, что были укроп, укропчик, как и это. Возле магазина вот там. Ага. Это все, что было, самое главное, я дал. Джокер, аккумулятор. Ты доволен проделанной работой? Мотороловцы сделали град. Кто аккумуляторы выдержал? Я забрал ты... Так, не скручивать ничего. Слышишь? А ты... Оставь. Слышишь? Одна машина. Так, в подбитом Укровском граде обнаружены документы. Не, это не документ. Что это? А ну тебе нужно, что заберешь? Командир. Молчишься. Ради бога. Учебник. Техдокументация. Ключи ты хочешь найти? Учебник, сержант ракетных войск, артиллерии. Что-то за машина. Хорошая. Карты стрельбы. Короче, инструкция по убийству мирных жителей. Именно так. А вот это уже интересно. Бандеровская. Бандерлона. Вот и Виктория. Все, вы приехали. Это ему сраки, блядь. Это чтоб выставлять градик, чтоб он точно бил. Так, отдельное приветствие укропам. Вот ваша машина. Вот она. Брат Джокер, отойди. Так, посмотрите, что с вами сделали. За то, что вы пришли на нашу землю убивать нас. Ну, а вот то, что остается на память. Порошенко. Вот человека, который был в этом шлеме, у него есть мама, у него есть сестры, братья. Он хочет очень, чтобы они жили счастливо, но почему-то не хочет, чтобы жили счастливо живущие здесь. Он пришел их убивать. Вот что он получил. Поверни, брат. Да. Вот. Вряд ли голова, которая была в этом шлеме, уцелела. Зачем? Я знаю. Уходите с нашей земли, пока не поздно. Ребята, что написано? Иначе будет вот что. Да, дайте. Украина.